Вот такая прекрасная погода сегодня у нас в городе. Ветер и солнце периодически выходит, вот как сейчас. Решили мы зайти в зоопарк, который к нам приехал, и посмотреть, что тут есть. Есть тут всякое зверье чумазенькое, вот такое. Этот даже порычал бы, засняли. Так что, кому интересно, смотрите. Зашли мы в зоопарк, который к нам приехал. Стоит все удовольствие тут поснимать, 30 рублей к входному билету. Так что, раз уж недорого, что бы не поснимать. Эй, товарищи, просыпайтесь. Ха-ха. Тигрят сидят, греются друг об друга. Уж не знаю, как будет слышно, потому что ветер дует, все скорее будет плохо слышно. Эй, тигр, смотришь? Так, здесь у нас какие-то канадские мишки. Опа, во что-то провалился. Мишка, ну ты хоть морду покажи, Мишка. Эй, Мишка. Канадец, тебя как сюда занесло-то? Черный он, плохо его видно. Ну чё, посмотрел всех? Понятно. Это у нас волк. Ну, волка видно. Только неинтересно, они все спят. О, глаза открыл. Да. Да, конечно, привычно. Они колесят по стране в клетках. Куда им деваться-то? Так, это у нас бурый медведь. Мужики, просыпайтесь. Медведи. Ау. В общем, все спят. А вот этих зверюк я знаю. Когда в прошлый раз приезжали, такая пыталась в нас плюнуть, но я успел увернуться. О, Мишка задвигался. Мишка, ты как там? Хреново, да, Мишка? Всю жизнь в клетке. Прям как мы в этой стране. Сказать, на этой поляне у нас теперь то цирк выступает, то зоопарки приезжают. Во, один товарищ спит. Спит. Ха, тоже спит. Ну как тебе здесь? Для разнообразия в нашем Мухосранске. Рысь, я знаю, что рысь. Вот только рысь. Рысь только не спит. Вот она уже. Вот
бедная. Ходи, ходи. Я говорю, прям как мы. В этой стране. Ну, паника, не паника, я не знаю у нее. Ну да. О, борись за свободу до конца. Давай. Давай, давай, родной. Ну вот есть и такие. У нас тоже такие есть. Не сдаются, да? Ну да. Ну что, давай еще походим, посмотрим. Да за стеклом их не видно. Ну да. Вон их там еле какая-то видно за стеклом. Ну они, видишь, они спят. В основном они спят. Вон индейка там не спит. Ну-ка покажи. Вон индейка, видишь? Вон она. Вижу, вижу. Не одна там. И они спят, и там вон еще. Так из-за того, что она там жить, и сюда бы вечерком еще выехали. Да, в принципе, и так видно. Ну что, давай, будешь будешь где фотографироваться, около а кого? Смотрите, вот где подпись. А, ну руку сунешь, мало ли кто тебя укусит. Вот поэтому и нельзя. Ну, в общем, вот такой зоопарк к нам приехал. Стоит, конечно, недорого, но все равно. О, пока тигр проснулся. Ну чего, родной, сидишь там? Сам у них морды какие грустные у всех, а? Да, особенно. Смотри, вон, львица, да? А льву вообще пофиг. Вот и дальше спать. Им еще и на свободу хочется. Да понятно, что им на свободу хочется. Любому нормальному животному и человеку хочется свободы. Тем ненормальным они просто сидят и им нос. Ну, орел, как говорится, еще не потерял надежду. Нет, похоже, не будет. Не, он сейчас все равно будет грызть дальше. Он отдыхает. Смотрел на меня тот медведь-то. Я его уже снимал. Мне кажется, у него один. Вот волк проснулся. О, волк. Ну да. А зачем вот эти окошечки? А это их закрывают, когда перевозят. Это вниз, это вверх. Ну чего, волк? А волк? Не знаю. А я тебе говорю, орел, орел не теряет надежду. Все пытается разгрызть клетку. Как я понимаю, его вообще ну конечно. Ну да. По крайней мере, пары хоть спят. Тигр тоже вон смотрит один на нас. Да, тигр? Да. Лев, чё? Как не спать? Опа! Нормально. Будет его спать. Да. Вот так вот, видишь? В отличие от некоторых, так скажем, человеческих особей,
Они даже вон в клетке друг к другу нормально относятся. О, я никогда не видел вас лимба. Именно целиком и полностью. И лишь иногда чаще всего помню. Может быть, он сейчас встанет? Не знаю, может быть. Если встанет, то я вообще без звуки подышу. Прыгнул огромный лимб. Да здоровый, здоровый. Чё тут сказать? Я знаю, почему вообще отдельных животных в отдельных клетках они дрались. Ну да. Ну чё, лев, может тявкнешь? Или выкнешь. Да. Ну или как минимум хотя бы встанешь, чтобы можно было сходить. А львица продолжает спать? Не но. Ну да. Будил и давай дальше. Ну а что ей делать еще? Как ты думаешь? Гигарас там будет. Ну я так думаю, больше они ничего делать не будут, кроме как лизать лапу. Чё зачетно. Лайк. На мои везунчики. Да. Ну вообще везунчики. Нам так. Вот нам выпал редкий шанс, может, куда-то. Нормально, да? Ну тут никого нет, а мне уже не так повезло, что у меня. Во. Опа. Да его плохо видно все равно. Он встал во весь рост. Зачем лежать? Ну сколько можно лежать-то? Подтянуться-то ему тоже надо. Да. Вон там рысь яйца себе нализывает. Что-то повернулось сюда, но как-то не очень. Вот, так получше ее видно. Ну что, повернись, зверюшка. Во-во, морда ее видно теперь. Во, смотри, какая у нее морда. Ну да. Говоришь, обезьянка там? Да. Да-да, вот плохо видно, видишь? Мы отражаемся. Нет, ее, конечно, вон еле видно, обезьянку, но... Ну, что там не с увеличением у меня? Нет, все равно отражение только... Я не знаю, как все это слышно, но тем не менее, более-менее, не буду уж ничего плохого говорить про него, для нашего городка сойдет, приезжают раз в год. Я понял. Чё ты боишься телефона? Спит.
Смотри, на селфи палку идет. Спячка? Наверное. Может, я отдыхаю? Может, а быть. Может быть. Плохо видно. Он спит все равно. И нормально, да, подписывается? Типа того. Прикольно, да? Чёрница, это селфи-палка, телефон. Я тебя не кормлю. Не, нечем тебя кормить. Чё? Этот, видишь? Не, смотри, тоже встает. Любопытство. Да. Что же это такое? Ха-ха. Отлично получилось. Круто. Круто. Надо было сразу на целую палку снимать. Ну чё, тихо. Оба. Ха-ха. Такое лицо наивное, доброе. А если укусит, руку пополам, наверное, перекусит. Я. Ну, про тигра говорить нечего. Вон, львица еще все смотрит. Так я к волкам еще не подходил. Ой, зеваешь. Этот спит, да? А пума спит? Не, пума. Не, она спит. Так она спала, когда я... О! Нет, все равно спит. Но она отворачивается. Ну вот, уже голову положил. Ровно решил отдохнуть. Да. Как тебе? Понравилось? Конечно. Особенно перелет. Ну, отлично. Вон, этот теперь лапу лижет. Если за мной видно, тигр лижет лапу. Ну все, о чем мы все тут посмотрели. Все засняли. О, нализывается. Орел все еще. Так что пошли мы по своим делам. Ну что, будешь ли лапу нализывать? Отойди, я сейчас еще раз вот так по кругу снимусь. Больше снимать тут все равно нечего, поэтому
как говорится, всем пока.